Знаете, что делать, если у вас есть печень? Вот, я знаю. А вы, похоже, нет. Почему? Потому что ну, большинство считают печень как данность такая. Она постоянно не болит, не тревожит. Вот. Но делать с этим что-то надо. Если у вас печени нет, то, конечно, это либо стволовые клетки, либо пересадка печени. Вот. А дальше опять мы делаем то, что нужно для этой же печени. Почему? Орган, который отвечает практически за любой процесс, который происходит в вашем организме. Вот. И без нее, по большому счету, ни один процесс полноценно совершаться не может. Почему? Потому что продукты питания попадают в пищеварительную систему, там они разбираются на простые составляющие, дальше попадают в кровь, и фильтр, печень, должна их определиться, что с этим делать. Либо она собирает нужные для вас компоненты и отправляет на работу в клетки, либо она считает, что это грязь, и либо через желчь, либо через лимфатическую систему пытается избавить вас от этой опасности. Если печень срабатывает неполноценно, появляются различные аллергические заболевания, боли, нарушение работы любых органов. Не суть важно, где возникла проблема. Важно, чтобы печень была здоровой. Ну, к сожалению, многие считают, что можно долго ничего не делать. Вот, а затем раз придет доктор-волшебник или какая-то система и быстренько все восстановит. Должен вас разуверить, это не есть истина. Примерно 50 систем собрал вот в этой книжке, таких, которые по большому счету под эгидой улучшить состояние здоровья нарушают работу печени, отсюда по принципу домино падает и нарушается работа всего организма. Поэтому фактически печени, знаете, как в швейцарских банках, там хранят золото, потому что тишина, войны там не было больше 200 лет. Печени нужно примерно то же самое, печени нужно ни много ни мало, просто-напросто, чтобы вот эти две больших красных клубнички работали хорошо, должна зелененькая своевременно опорожняться. То есть вы должны просто-напросто помнить о том, что печень очень любит тишину, то есть очень любит режим питания не менее 4-5 раз в день. Ну и рацион желательно, чтобы был более-менее натуральным. Ну а все остальное, если захотите узнать те грабли, которые, на которые не стоит наступать. 50 различных систем здесь описано, которые так или иначе нарушают работу печени, а через нее и работу всего организма. Поэтому, ну, кто хочет, предупрежден, знаете, тот вооружен.